У сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы день донора. Выездную мини-станцию переливания крови развернули в одном из помещений. Такое важное и ответственное мероприятие проводится здесь 3 раза в год. 3 июля донорами стали около 50 сотрудников органов внутренних дел. Полицейские были бы рады чаще сдавать кровь, но для полного восстановления организма должно пройти не менее 3 месяцев. Договариваемся, то есть на определенный день к нам приезжают люди, у нас уже, наши сотрудники уже об этом знают, все сознательно к этому относятся, знают, что кровь нужна людям, приезжают с выходных дней, туда же вот в отпуске люди. Также в первую очередь у нас руководство сдает кровь, лице командира батальона, заместитель командиров.